И снова всем здравствуйте. Сегодня 9 марта. Состояние тротуаров вообще никакое. Это один каток. Гололед. Вообще, корову, как ходить? Фух. Идешь весь в напряжении. Вообще, как можно ходить по таким дорогам? Ребятишки маленькие. Вот как она его понесет? Разобьются. Как вам состояние тротуара? Очень прекрасное. Прекрасное? Да. Что бы администрации пожелали? Не знаю. А? Не знаю. Не знаете? Молодежь не знает, что пожелать администрации. Я знаю. Когда она себе голову разобьет или ребенка на этом тротуаре, тогда она пожелание сделает. А так, молодежь им, они непробиваемые. Как вам такое безобразие, молодой человек? А? Как вам такое безобразие? Да, я не знаю. Нравится? Да, нет, конечно. Не нравится совсем? Что бы сказали администрации? Да, я без понятия. Молодцы, да? Чтобы нормально скат сделать. Скат сделали, а почистить нет? Ну, а может, лучше почистить, чем скат? Ну, а как полностью сразу почистить? Как вот здесь? Ну, дорогу надо вызывать дальше. Чистить. Так пускай вызывают, чистят. Помогите знаю. Вызвать. Я не знаю, как они там делают. Ну, напишите туда заявление, объявление что-нибудь. Не хотите? Прямо в администрацию Жигитского района сфотографируйте и отправьте. Ну, это же надо людей, правильно? Не надо никаких людей, прям по интернету, через приемную. Ну, тогда также можете и вы, правильно, если вас... Я отправляю, они мне что попало пишут. Снова отправлю. А что один сделаешь? Один же в поле не будет? Ну, я это и говорю. То, что надо же людей собирать, правильно, наверное? Зачем? Ну, для чего? Для чего людей собирать? Ну, чтобы написали, как вместе, чтобы написали так заявление. Вот вы напишите. Ну, это нас уже получает. Что, бабушке страшно ходить? Конечно. Не то слово. Не то, что страшно. Ужасно страшно. Ну, скажите что-нибудь администрации. Так вот, надо песок... Песок? Ну, а может почистить до асфальта? По краешке-то. Не так скользко. Ну я и так уже по краешку. И ползу еле как. Господи. Эта дорога в больницу, в садике. Она уже сравнялась вместе с тротуаром. Вон какие ямы под машинами. Ни подсыпки, ни... Почистили. Ну, недолго я радовался. Все. Чистка закончилась. А дальше? Не надо чистить, да? Мам, нет. Бугор сравнялся с лавочкой, с прилавком вернее. Thank you.
9 сегодня марта. 3-го было собрание. 9-го сказали, доложат, что тут все у них в ажуре. Нет никакого ажура. Все как было, так и осталось. Ходите, люди добрые, разбивайте свои тупые головы. Как вам состояние тротуаров? Мы вообще... Что пожелаете администрации, можете сказать? Ну, ты вообще идешь и боишься. Идешь и боишься? Конечно. Тут это... вообще не чистится уж сколько лет? Нет, это не знаю. Вообще никогда не чистится. Как вам состояние тротуаров? А? Как вам состояние тротуаров? Ой. Нормально, лучше всех? Да. Что бы сказали администрации за это? Ноль в их работе. Вот что. Ноль в их работе. Да. Спасибо. Как вам состояние тротуаров? Ужасно. Ужасно. Что скажете администрации? Ой, с администрацией бесполезно разговаривать. Бесполезно, да? Ну, я не знаю, я не обращалась вообще. Ну, а почему не обращаетесь? Ну, потому что я здесь не живу, я в Кузнецке живу. А в Кузнецке что лучше? Редко. Ну, вы знаете получше. Да, намного? Ну, вот у нас, например, я на горе живу, на Якимово, там она... В смысле, гора постоянно чистит. Постоянно чистит. Гору и сыпят, чистят. И все. Угу. А здесь я
Прямо удивилась тоже. Да это так уже каждый год. Ну, здесь вообще не чисто. Как вам состояние тротуаров? А? Состояние тротуаров как вам? А вам как? Нам плохо. А нам еще хуже. Нет. Они за людей. А вы помните, чтобы здесь когда-нибудь чистили? Ну, вон там иногда чистят. Нет, вот именно здесь. Нет. Сколько лет уже не чистят? О-хо-хо. Лет 10? Больше? Больше, наверное. Не тут, не... Да во многих местах. Вот с той стороны чистится тротуар, с этой стороны нет. Да. В чем разница-то? Не знаю. Вот так вот и умрем. А до людей не беспокоятся. Спасибо. Как вам, батя, нравится по тротуару такому ходить? Как вам нравится по такому тротуару ходить? Ну как нравится, надо прогулку сделать маленько. Маленько надо, да? Шевелиться надо все равно. Не боитесь упасть? Я стараюсь вот на его упираться, на подожжок. Понятно. А так все. Что бы сказали администрации по поводу дорог? Я не хожу туда, не знаю там, что, значит, как они дороги. Ну вот вы сейчас идете, вам нравится сейчас, это? Сейчас, что, это же подсыпать надо все. Не только подсыпать, наверное, еще и чистить бы не мешало. Да, конечно, вот это бы, содрать бы все надо. Все. До асфальта? Да. Некому сдирать? Ну, дороги вон там почистили, а тут не делают. Понятно. Спасибо за ваше мнение. Вот какой бугор. Почта России.